Итак, наступают 20-е, 30-е годы 19-го столетия, и Одесса хорошеет. И следующее имя в этой замечательной плеяде талантливых архитекторов, мы уже его упоминали. Это, несомненно, Джордано Торричелли. И мы сейчас видим здание английского клуба бывшего, ныне единственный в СНГ морской музей, построенный по его проекту в 1841 году. Удивительно цельное, такое изящное, такая жемчужина архитектурного мастерства, аксиальная планировка. Причем интересно, что южный и северный фасады выдержаны в строгом классицизме, а западный и восточный имеет ренессансные мотивы и сделан в стиле ренессанса. Он одноэтажный, на цокольном основании, причем цоколь очень выгодный. Вот сейчас мы видим крыльцо, а по диагонали там находятся вот эти такие высокие, стройные полуциркульные окна, выходят прямо на оперный театр и освещают громадный зал, в котором находится. Вы видите интересные детали, карнизы, орнаменты. Все это говорит о очень высоком мастерстве и очень таком получившемся, удавшемся. Он такой действительно является настоящим памятником архитектуры. Вот полюбуйтесь на него. Торричелли построил в Одессе свыше 140 зданий. Да, это удивительно такой, ну, если можно сказать, плодовитый. Очень, да, такой архитектор. Вот сейчас мы видим его работу, тоже такое, ну, что ли, эпохальное для Одессы здание, да, может быть, и для Украины. Это громадное здание так называемых сабанских казарм. Здание, которое было построено под зерносклад помещиком Сабанским, конфискованное у него военным ведомством за участие в польском восстании. Протяженностью здания, протяженностью по фасаду 140 метров. Громадное здание в стиле русского ампира. Продольные стены, большие залы со сводчатыми потолками. В нижних этажах и плоские в верхних. Мощные контрфорсы. Эти контрфорсы внешне решенные в виде полуколонн на пьедесталах. Портики большого ордера в центре и на флангах. Четкие горизонтальные членения. Видите, это здание до сих пор не потеряло своей монументальности, своей такой строгости, четкости и сочности. Он был действительно очень такой, ну что ли, удачливый архитектор. Архитектор такой с легкой рукой, если можно. Он много поработал и над проектированием, строительством жилых домов. Жилых домов, да. Вот, вот в разных частях города мы видим здания, рука, да, построенные руки Торричелли. Да. Да. Интересно, очень здание на улице 905 года, там на углу стоит здание великолепное, Г-образное в плане здание с атриумным таким залом. А вот прелестный внутри. Уголок Одессы, вот прелестный уголок, это да, Греческая площадь и дом книги ныне, здание такое полукруглое в плане, выходящее одним из своих прямоугольных фасадов на улицу Дерибасовскую. Действительно, образец такого зрелого мастерства, образец руки зрелого мастера. Ну, кстати, именно вот эта часть здания, которая выходит на площадь, наиболее совершенна и лучше сохранилась, да, чем та часть, которая выходит на Дерибасовскую. Которую реконструировали и очень, да, удачно. Да. Очень примитивно. Вот мы, да, как раз показали наиболее красивую часть этого здания. Видите, совершенно такой европейский город. А вот тоже прелестный уголок Одессы, причем с этим уголком связаны имена многих архитекторов замечательных. Ну, начиная с Торричелли. Это Полирояль. Да, интересно, рассказывают происхождение самого термина Полирояль. Дело в том, что это дворик, такой окруженный с трех сторон, строился для лавок и для магазинов, для состоятельных людей, так сказать, высший свет. И называлось раньше паке-рояль, то есть паке, пакет, видно, французский корень. Это очень такое интересное, ну что ли, ансамбль вот этого пале-рояля. Затем, благодаря своей, так сказать, такому великолепному виду, уже приобрел название пале-рояль, королевский дворец.
Королевский дворец, он примыкает Королевский дворик, простите. Королевский дворик, он примыкает к оперному театру, и как-то оправдано это название. Фланкирует его очень удачно. Вот сейчас мы видим здание, которое находится рядом со зданием, принадлежащим сейчас Бласко. Вот это, видите, английская псевдоготика. А рядом вот показали здание, тоже принадлежащее... Тоже в великолепном уголке Одессы. Да, великолепно. Лестница, спускающаяся к порту. Ну и завершая вот это, рассказ о творчестве Торричелли. Михайловский церковь Михайловского монастыря, которая уничтожена, к сожалению, сохранилась. Сейчас это целая огромная глава, отдельная в истории нашего города, в истории архитектуры. Сейчас, слава Богу, его уже передали истинным владельцам. Вот эта часть фрагмента тоже не сохранившегося, но это более поздняя уже достройка этого монастыря. Однако этот монастырь сейчас... Сейчас весь в лесах. Весь в лесах, и там идет, кипит работа. Да, он возрождается. К радости, к радости общественности. Я хотела бы знать, что же известно о судьбе автора, о личности архитектора? Известно ли что-нибудь? Знаете, известно мало. Известно, что он работал под началом Фрополи в строительном комитете, и затем стал сам городским архитектором. Известно, что он был сыном художника, и вот росписи его отца находились... в бирже, старой бирже, ныне здание горисполкома, и в старом театре, вот в этом здании, значит, это были здание росписи отца. Называется зданием, построенным... Повторного применения, да, может повторного быть, да, потому что, да, подобное же здание, Александровский дворец в Царском селе, и вот это здание... Его автором считается Бафо, да? Его автор Бафо и Моранди, они вместе работали, да, над этим зданием. Теперь относительно вы упомянули вот строительный комитет, да? Видимо, это учреждение официальное, административное, играло огромную роль вообще-то в развитии Одессы, вообще в жизни города. Вот я себе выписала специально вот такое обращение в строительный комитет. Имея намерение выстроить в городе Одессе каменный со службами, магазинами дом и прионом размести сад. Сергей Григорьев, сын Волконский. Итак, автор этих строк, это было обращение в строительный комитет города, знаменитый Сергей Волконский, герой Отечественной войны 1812 года, а позже декабрист, который отбывал наказание в Сибири, во глубине сибирских руд. И вот он обращался в строительный комитет с просьбой выделить ему участок для того, чтобы иметь дом. Это было очень серьезное, да, это было очень серьезное учреждение, и никто... даже самого высокого звания дворянин. И этот вопрос решался долго. Решался выделить долго, или выделить или не выделить. И дело в том, что в это время застройка, уже начиная с Петра I, велась по типовым проектам. Это странно звучит, потому что мы сейчас подвергаем резкой критике типовые проекты, которые наводнили наш город безликими, безликими серыми, безликими в то время сооружениями. Было найдено, в общем-то, жили достаточно экономно. И поэтому были проекты обязательные для применения. Начиная с 1809 по 1816 год было разработано 5 альбомов таких типовых фасадов. Причем типовые были фасады, планировочное решение могло изменяться. Причем там предусматривалось все. И жилые дома, вот посмотрите сейчас, и жилые дома, и церкви, и здания присутственных мест, и казенные, и тюрьмы, и даже дороги. Дорожные знаки, элементы городского благоустройства. Все это было или повторного применения, или типового применения. И это создавало единство стиля. Каждый архитектор, городской архитектор, вносил что-то свое, зависящее от специфики города, среды. Вот, допустим, интернациональная среда Одессы вносила одно звучание, там где наше географическое положение юг, другое. Там, скажем, Тверь застраивалась по-другому, однако типовые были основное вот такое направление. И эти талантливые архитекторы, которые так изумительно проектировали городские сооружения, совсем не брезгали чисто деловыми, хозяйственными застройками. Безусловно. Например, вот припортовыми вот застройками, там такие имена и Торричелли. Да. И Скудери. Безусловно. Например, Торричелли вместе с архитектором Морозовым, вот сейчас вы видите на дальнем плане, застройка его разбивал склоны вот этого нашего бульвара, Приморского бульвара, и
в этом направлении работал и Скудиери, о котором вы упомянули, и Торричелли, и многое из того, что они сделали, сохранилось до наших дней. Вот вы видите, сейчас мы идем, как вы видите, поднимаясь этих склонов, вот по спуску или по подъему сейчас, и видим, как эти инженерные сооружения, какое они нашли воплощение сейчас, в настоящее время. Как те мысли, которые были заложены нашими... Ну и вообще, вот комплексно, как это было все застроено. Да. С каким лаконизмом? Безусловно. И Торричелли, и Скудиери много уделяли времени и внимания инженерным сооружениям. Проекты были подвесного моста, например, через карантинную балку. То есть, если употребить слово архитектор, может быть, это даже недостаточно, можно сказать зодчий. Зодчий, совершенно верно. Да. Эти люди не только проектировали, но они и строили сами, и наблюдали за строительством. А вот, пожалуйста, улица Гоголя. Вот Гоголь Гоголя. Написано, да. Это улица Гоголя. В этом доме он жил. Интересно, что... И это уже строение Далаковой. Это очень интересное здание. В 1848 году его посетил Гоголь и жил в нем. А построено оно было только 2 года до этого, в 1846 году. Это работа Ваэтана Далаква. Его же работа на улице Гоголя, это известно нам, на углу стоит здание музыкального училища. Его здание на Троицкой улице в 51 году. Он вообще появился в 30 году. В Одессе и работал в строительном комитете. Потом он, сам он грек, приехал из Греции, но мы его включили и очень можем о нем говорить, как о... Об итальянском архитекторе, да, не случайно. Не случайно, да, потому что он получил профессиональное образование в Италии и работал в Италии, поэтому он привнес вот именно итальянскую архитектуру в архитектуру Одессы. Такие очень тонкие, изящные работы, ну, вот музыкальная школа на улице Гоголя, о которой мы уже говорили, вот сам ансамбль, видите, как интересно вообще смотрится ансамбль этих зданий улицы Гоголя, она сама по себе является архитектурным памятником, таким музеем под открытым небом, если можно. Полюбуйтесь на эту улицу. Одна из красивейших улиц, да, города, несомненно. Несомненно. Интересно, что, говоря о Скудиери, он работал в Одессе, но он хорошо известен и в Грузии. Он приехал вместе с Воронцовым в Тифлис, и там, так сказать, здание, это апофеоз классицизма, который нашли истоки в одесском периоде, это здание оперного театра в Тифлисе, в Тбилиси нынешнем, который хорошо известен, и который посетил в свое время Александр Дюма, и сказал, что за всю жизнь я не видел... Я видел почти все театры, но ни один из них по красоте не может сравниться с Тифлисским театром. А это уже улица Пушкинская. Это уже улица Пушкинская. Это уже работы, которые принадлежат архитектору Маранти. Несомненно, что, говоря о Маранти, можно было бы посвятить ему целую передачу. Но мне кажется, что правильнее было бы, чтобы зрители посмотрели на эти здания и почувствовали всю ту прелесть... Прелесть старой Одессы. Прелесть старой Одессы, да, и прелесть вот этого проникновения. Вот посмотрите, эти крыльца прекрасные, эти прекрасные архитектурные детали. То есть вот та некая сухость ампира, петербургского ампира, в данном случае смягчается, ну, такой... Южной прозрачностью и солнечностью. Да, такой архитектурный язык Италии золотой, как говорил Пушкин. Вот это, конечно, вот сочетание такого строгости с мягкостью и легкостью и создает такое удивительное... Чудо, которое называется Старая Одесса. Совершенно верно, совершенно верно. И вот эти работы Маранти, они как-то вписываются органично вот в плеяду и в тот ряд архитектурных памятников, о которых мы уже говорили. Ну, это мы находимся в конце улицы Преображенской, да, которая примыкает к бульвару. Вот мы посмотрим.
этот вот прелестный уголок. Эркер, видите, как удивительно он сделан, как он прекрасно увид зеленью, как это органично все. Жалко, что там, видите, на третий этаж надстроен. Он, конечно, несколько ущемляет, если можно сказать, архитектуру. Но... А вот это малая архитектура, малый архитектурный фон. Да, это прекрасные детали, которые вот это чугунное литье. Оно вот дает... это настоящий юг. Оно становится таким человечным, архитектурой. Она как-то приближена к зрителю, приближена к нам с вами. Хочется войти. Она как бы приглашает войти в это здание, это великолепное крыльцо. Вот эти, посмотрите, какие витые. Это просто музыка. Музыка, отлитая в металле. И какое счастье, что все это дошло до наших дней. И тем более необходимо сохранять, необходимо реставрировать. И опять, да, чтобы и наши потомки могли приобщиться. Я не устаю повторять, да, что наши крупные банки, которые сейчас обрели силу, Нордбанк, там, Инвестбанк и другие, наверное, им было бы приятно, чтобы вот под их крылом вот такие серьезные... Чтобы были таблички с их именами. Да, да. Организации, которые вложили... Несомненно, и они это могут, в это благородное дело реставрации. Вот улица Пушкинская, вы видите. Это все такое... Это мы вернулись на бульвар. Да. Ощущение какой-то вот такой преемственности, ощущение единства стиля, единства настроения при всем разнообразии каждого объекта в отдельности. Вот это... Да, вот это здание на бульваре. Вот оно. Большую, увлекательную и, конечно же, отдельную главу представляет собой архитектурное творчество Бернардаса. Несомненно. И, конечно, об этом наш последующий видеофильм.